Приветствую вас на канале СССР Gun.ru. У нас на обзоре пневматический пистолет Umarex Morph Pistol. Комплект поставки включает в себя руководство по эксплуатации и сам пистолет. Модель отличается довольно необычным дизайном. Корпус пистолета монолитный, изготовлен из прочного черного пластика. Его длина довольно солидная, 292 мм, а весит он при этом 681 грамм. Рукоять имеет очень удобную эргономичную форму. Ствол у модели не имеет нарезов изнутри и предназначен для стрельбы стальными шариками. Его длина составляет 114 мм. Магазин интегрирован прямо в корпус и вмещает в себя до 30 шариков. Предохранитель сделан в виде переключателя и расположен на правой стороне конструкции. Прицельный механизм открытого типа оснащен фиберглассовыми нитями, которые позволяют с комфортом вести прицельную стрельбу даже при плохом освещении, а также на контрастных объектах. Кроме того, сверху и снизу имеются планки вивера, на которые без проблем можно установить какое-либо тактическое оборудование. Кстати, по заявлениям производителя, максимальная скорость выстрела достигает 115 метров в секунду. Данную модель отличает высокое качество сборки, а также необычный внешний вид. Создана она в первую очередь для развлекательной стрельбы. Приобрести этот пистолет вы можете на нашем сайте. Ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был СССР Gun.ru. До новых встреч!